На самой Украине тем временем обсуждают заочный спор о легальности между главным военным прокурором страны и представителем местного движения «Правый сектор», запрещенного, к слову, в России. Началось с того, что прокурор в радиоэфире назвал так называемый добровольческий корпус «Правого сектора» незаконным формированием, существующим вне правового поля. По всем юридическим нормам и согласно Конституции Украины, движение «Правый сектор» — это незаконное вооруженное формирование на территории государства. В «Правом секторе» словами военного прокурора возмутились и поставили вопрос шире, что вообще считать в нынешней украинской действительности законным. Цитата по изданию «Обозреватель». «Майдан 2004 года был незаконным, да и кидать коктейли Молотова в Беркут на улице Грушевского в Киеве тоже было незаконно». При этом ответом на вопрос, какие шаги намерены предпринять в «Правом секторе» для собственной легализации, стало еще более громкое заявление. «Власть Порошенко – это режим внутренней оккупации». Конец цитаты. Своей задачей движение открыто называют «революцию».